Запись пошла. Ох, ну и пиздец. Так, ну, skill points. А где тут skill points? Да вот тут, где инфо. Нет, опять было окошечко мешает. А где здесь? Character. Так понимаю, нет, не character. Да, а... Job and skills, ааа. Джоба. Джоби, джоба. Джоба. Что за тур? Оооо, кастомизация, ёпта. Так, Гунцелингер. Guided Aimed Shot. Wild Shot. Контролируемый пистолет. Precise Shot. Plot. Fire Special Bullet. Deploy Electrocution Mine. Firearm Mastery. Full Combat Gear. Блин, какой-то полный трупаник. Quick Load. Quick Study. А, Quick Study уже на максимуме. Ну, я не знаю, контролируемый пистол, наверное. Контролируемый пистол. Блять, я чуть-чуть промазал. О, и только сейчас мне дало Move Character with Mouse. Ну, Apply надо нажать. Почему ничего не происходит? А, Select, блять, Shop уже минус. О, щит. Destroy Red Tail Wild Dog, блять. Ааа! Ну ёл вашу мать! Мне, знаешь, чтобы распределить skill point, надо нажать правой кнопкой мыши. Да-да-да, я тоже усрался с этого момента. Я не понимаю, надо нажать apply, у вас уже эта работа используется. The beat for чё? Идите в жопу! Какой мудак-то придумал? Activate skill. Confirm. Еще skill point дали, что я ничего не понял. Нет, не дали. Так, теперь дали. Job skill. Ну окей, еще skill point в эту же срапу. Я даже не знаю, что это делает. Inflict damage at 120 range attack. And decrease movement speed by 20 for 10 seconds. Тогда я в пулю, дуру. Как он так это разработало? Что? Какие-то перчатки нашел. Чтобы не бегать, а ходить, надо нажать Shift S. Окей, открываем. Его эскейп, вот, отлично. Как его зовут? А, Забир, я думал, что его зовут Захар. Ух, я хочу жить. Фью, спасибо. Мне очень была нужна эта медицина. Кстати, если тебе повезет... О, why don't you talk to researcher Jason? Джейсон! О, я думаю, что моя нога сломана, я не могу двигаться. Краснохвостые дикие собаки, наверное, понюхали мою кровь, потому что они собираются вокруг меня. Да ни хрена, чувак. Пожалуйста, покусайте двух. Achievement System, нажмите G. Я не хочу нажимать G. Your friend Super Saiyan has reached level 4. Не, задание квестов... А, Хунт, мне показалось Хурт. Хунт, пожалуйста, наохотитесь на двух краснохвостых диких собак. Ну окей, continue. Канаптейн? Чё? Бестия Лу... Фак. Это пиздец. Как дую я атак? А. Критикал.
Destroy Red Tail Wildhawk, destroy, блять. На дестрой его. А, ну, по крайней мере, прикольный вайлдшот делать. Дюсы самон. Что-то там самонить надо. Мне еще что-то дали. Что произошло, ты спросил? О, нет. Что ты... О, но. Our ship was attacked. Somebody, someone wanted our research materials because they are the only things we are missing. Do you want... Don't you talk researcher Jason? Okay. Researcher Jason. Я что-то использую, я не могу понять, что происходит. О! Ух ты! Мне дали шмотки. Джейсон. Мне дали пожрать и побухать. Старкоинс. Старкоинс. Ну-ка, какой я? Ну да, я теперь пафосен. Пафосен. Субинвентарь, каш итем инвентарь, перс экспеншн квест. Это painful просто. Реконисанс флэт. Go and see картейкер Тилфейер. Воу. Это Тилфейер. Трактор. Хонор. Кайфер. Я хочу другой тайтл. Я хочу называться волшебный жопоразрыватель 9000. Чего вы не понимаете в хороших тайтлах? Квест. Воу. Карта. Перл. Ты пятый уровень взял. Да хватит мне, блять, показывать это, я все понял. Бородатый кот. И у меня, по-моему, игра подвисла. Нет. Ох, ёб твою мать! Ох, ёб твою мать! Слушай, теперь мне игра нравится. Тут можно ездить на гигантском кошаке. А у меня что, ну-ка? Смотри на меня. Мы что, за лилипутов, что ли, играем? Бормозы. О, прыгать можно. Не, ну в Терри было прикольно. В Терри можно было спамить этот хорслаунч. Не, ну, это мне дали, что ли, не понимаю. Хьюм Фимал Чест оф Гроф. Юс, ну окей. Сказал Юс. А, это игра веселая. Нихера непонятно, но весело. Ужас, 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 знаю, как так жить. Что ты делаешь? Я что-то делаю. Сейчас ты О, шмотки какие-то. Эквип. Мне нравится, как мой чувак ездит. Он сидит как на тачке. Я поехал. Ты приехал. Там курицы ходят. Курицы с руками. Уже кто-то хочет партию 37 уровня. Ну-ка, я драться могу на этой хуйне? А то, конечно же, нет. Нет.
Жаль. Так что нам надо сделать? Caretaker of Hellfire. Caretaker of Hellfire. Кстати, а что у этого, у Gatekeeper'а, Eventkeeper 70 уровень? Это чтобы сразу же на ивент пойти какой-нибудь. Только начал играть, уже сразу же на ивент. I thank you, I'm going to host a game launch event from June to continue. Да, это ивентовое говно, нафиг. Я не хочу. А, блин, у кошака тоже, я тоже хочу кошака, дайте мне тоже кошака. Ну, тебе в инвентарь его не дали, что ли? Дали, я его использовал, он куда-то делся. А, H надо, открой. H, а! Да, кошак. А, ну собака бесконечная, а кошак... конечный. Я как-то сижу на нем весело. Ну да, как и на толчке. Как ты сказал, конечный кошак? Да. Можешь посмотреть, его несколько раз можно поюзать, а потом он, видимо, убежит, или, не знаю, умрет от голода, наверное. Да хватит мне, блядь, эти more coins, вы затрахали. Ой, блядь. Ой, блядь. Пошли искать его, Вазелина Петровича или как его там. Я сделал приближение почти в упор, и я вижу кота изнутри. Когда я прыгаю, такая морда на меня смотрит. Я сделай так, чтобы именно вот башка дергалась при скачках, и можешь почувствовать, что ты играешь в Skyrim, например. Только Skyrim с очень хуёвыми настройками играешь. Главное, не прыгай, а то ты увидишь. Ой, да-да-да-да. Вывернутый наизнанку. Это кот с очень вывернутой наизнанку еблом. Да. Party guys, блядь. Так что надо было, нам надо было сделать? Не знаю, молдавана кого-то найти, вон, Caretaker телефон. А, вот он здесь. Нихуя себе дядька. А чё это он? Шашлык делает, держит в руках, что ли? По-моему, он держит в руках какую-то... А, это заводной ключ. Бывает разводная ключ, а бывает заводной. О, можно и X нажать, чтобы открыть скиллы, оказывается. Я даже не знаю, что будет. Эти 5 красных диких чикенов. Ну пошли на абордаж, блядь. Красный чикен. Чикен Макнаггетс. Купите коины. Так, чикены. Мак чикены. Лолап! Круто, лолап! Basic Necklace бери. А? Какой Necklace? Да вон валяется, Basic Necklace. Не знаю, что это. Но выглядит прикольно, да? Да. Ты родил курицу. О! Ну, вроде все, не? Вроде все. Ресерчер Джерамини. Что мы делаем, это сложно. Вот, иду и здесь.
Блёп-блёп. Я уже затрахался, левелапы получается, честно. Три скиллпоинта. Нет, это у тебя три. Это ты не распределил, видимо. Ага. Так, че это? А, резерчер. Германии. О, фу, блядь, фу, это... Не знаю, это Пенкин, блядь, какой-то. Что это за ужас? Мне страшно, спаси меня, он слишком хороший для меня. Recover Location Tracker. Судя по всему, мы Torrent Tracker должны поднять. Знаешь, кто это? Не знаю, это Алла Пугачёва, наверное. Это Морозиш. Ой, слава богу, я больше с ним не разговариваю. Airship Site. О, да. Здесь можно упереться в дверь и бежать. Куда надо и... Я не знаю, нужно что-то найти. Какая хуйня. Location, Recover Location Tracker. Ну где нам этот Torrent Tracker искать? Я залез с камерой кошаку в задницу. Я залез в обоим в задницу. Здесь можно присесть как-то. Не знаю, попробуй C или X. Нет, ну, все говно. Сид. Нет, он не сел. И самое, знаешь, что самое страшное, что кто-то в это играет. Да, смотри, народ играет, блядь. Ну, смотри, как пируэты между этими сраными голубями. Не, тын-кын-тын-тын-тын-тын. Как там Майкл Джексон. Манор инвестигейт Брин... А, Бринайер, я думал Брайер, думал, нихуя себе. Drugs. Тебе не кажется, что он похож на пирата? Все, блядь, похожи на пирата. Он ищет Hidden Fox. Да, он похож на пирата, и по-моему, у него слишком большой лоб. Все равно говорит. Бринайер. Это перец наружу кота изнутри. Давай поскачем в сраное никуда. В закат. В засрань. Quest Notes. Я вылезла. Travel Merchant Elio. Это он же, как он здесь оказался, да, это он же. А он нас преследует. Мой кошак съел его. Что там? Там какой-то аномальный кубик. Анальный кубик. Разговор о шариках запрещен. How can I help you? Ждёт меня, блядь. Мне прикалываешь, что чтобы вызвать какое-то животное, нужно там играть на какой-нибудь невидимой губной гармошке, блядь. Или что это? Я не знаю, что они в руках яйца чешут, что ли, невидимые. Да. How can I combo? Ты умеешь комбу? Ой, я забрался, да! Да, есть, я забрался. Я сел на собачку и теперь буду... Ой, блядь!
Чё это? Я тебе ссылочку в скайп кинул. Вернее, в конкочку. Ну-ка. Эти глаза, блин. Да-да-да, я же тебе говорю, вот это наш вывернутое наизнанку лицо животного. Это просто пиздец. Это ж леденящий душу, не более. То есть не менее. Не, ну у кота было нормально. Здесь, видимо, у собаки еще веки есть, поэтому снаружи она выглядит нормально, а изнутри. I slap. Slap my ass. Ну-ка. А что это там светится? Тут везде какое-то дерьмо, которое светится. Я не могу понять, что от меня хотят. Говорят, найти какую-то хрень, но я эту хрень найти не могу. Вот тут баба лежит, судя по всему, она набухалась. Не, слушай, мне кажется, или собака, когда она бежит, она просто нехило так буксует. О, круто, я нажимаю на ящик, мне пишет Unk No Error. 10 походу, из 10. Походу это 10 из 10. Батальон лидер Вальтер. Какой Вальтер? Вальтер, который книги писал? Ты где вообще? Я залез, блядь. А вон ты где? Нет, ты посмотри, по-моему, собака буксует. Она просто бежит с просто нереальной скоростью, но при этом передвигается очень. Да, она пробуксовывает. Research материал бокс. Так, локейшн. Нам в это здание надо, наверное, да? Ага. Нет. Нажми на квест, там где локейшн трекер, и посмотри на карте. Вот оно куда, значит, бежать надо. А я думаю, что за говно? Где его искать? Рейнджер Тоби. Тоби. Аврора is in danger. End the conversation. Это как в Fallout. Я хочу поговорить о чем-нибудь другом. Да, конечно, до свидания. Тут показано куда-то сюда. Stolen Location Tracker. Ладно, давай описание. One of has walked... Петушок съел. Петушок зашел не туда и съел. Туда ли ты зашел, петушок? О, я нашел это дерьмо. Молодец. Да, я зашел туда. Я зашел туда. Блин, сейчас опять с этим Спенкиным разговаривать. Нет, я просто руку перед экраном поставил. Talk to the hand. Блин, страшный, ё-моё. Не, ну... Я понимаю, конечно, корейцы, они китайцы, они извращенные на тему красоты, но, блядь, ну это, по-моему, это вообще пиздец уже. Это уж перебор для жданих. Не, ну знаешь, все было бы еще бы ничего, если бы графин был бы нормальный. Так тут, знаешь, тут WoW выглядит тут как... Тут два в одном, тут и графин, конечно же, бьет по глазам местами, и красавцы эти, просто обливион качества. Чего вспомнить эту Blade? А, вот алкоголик. Я попала в засаду какими-то черными замаскированными людьми. И ей засадили, да? Черные люди в масках. Черные люди в масках засадили. Я взял два квеста, не знаю, что они вообще хотят от меня. Девятый уровень, смотри, мы продвигаемся, да, это хорошо. Еще немножечко будет 80. Мы идем к успеху. По-моему, мы уже приехали. Destroy Frenzy Test Subject номер... Что-то там. Будь здоров, что ж ты так?
Выстрелил, я чуть не обосрался. Хорошо, что чуть. А что тут происходит? А, это вот это механическое говно нужно побить. Ну да. Окей, давай. Стой, сука. Бубух. Мать твою, Джонни. Все? А, нет, больше надо. Нужно 5 штук. Сейчас тебя килдым хуй... Куда? Ко мне. Вот там. Хочешь жопу этого уровня? Оно мне не по уровню похоже. А, это только для Аина. Чё-чё? Аина соли плей? Соло плей? Тут еще синглплеер, что ли, сука, есть? Все сломали, негодяи, блядь. Так, окей, теперь давай. Obtain plan. У меня какая-то хрень, наверное, еще не мигает. Я так понимаю, это с резерви боксов нужно достать. Да. С одного ящика. Вот, блядь. Стоп, потом тебе скажут, набей, блядь, 2500 тараканов, и с одного из них, может быть, выпадет что-то. Ух ты, я 10 уровень, обосраться. Ага, тут еще сколько поинтов нужно, чтобы левелапнуть скилл. Ёлки-палки, как все сложно. Думаю, что это типа один, и внизу еще написано 10 из 10. Мне мыло прислали. Gift for reaching level 10. Open. Что это? Skill point плюс один. Skill point. Берем. Да. Берем. Ресив. О, е. Что-то я только скиллпоинта не нашел. Ну, ебали. Зодишная в селе. Жопс. Конферм. Какой-то активейт скилл. Как активейт? Ты все еще хочешь продолжать это играть, так понимаю, да? Нет, меня уже настоит был. Да, так что я заканчиваю запись. Можно будет это выложить. Ну что, отличная игра, 10 из 10, графика на уровне Crysis. Ты что, какую 10 из 10? Ты что ты так преуменьшаешь? Ты 11 из 10? Да. Вот. Не знаю, если вы до сих пор играете в Warcraft, бросайте это говно, срочно переходите на... Как это хуйня называется? Мобиноги, можно сказать. Переходите на корейский МММ, и будет вам счастье. Не забывайте прислать деньги Мавроди, ставить ему лайки и подписываться на него. Подписываться на его канал. Все. Если вы поставите лайк этому видео, я вас убью. Я на карты сел. Зажуй ножку. Заживать ножку. У тебя вид такой. Нахуй так жить, пусонный. Реально нахуй. Замечательная игра. Просто замечательная. Вот тут какой-то бонд-сталкер мимо нас прошел. А чё ты излучать начал? Я забухал, ёпт. Выпей оранж-джуз. Оранж-джуз? Оранж-сода. О, теперь и я. Стёп, не знаю, это какая. Гениально.